Еще раз правой клавишей на свободном месте у нас открывается меню Move Rotate Scale. Также он есть на клавише Q. Это Select. W это Move. E это Rotate. И R это Scale. Нажимаем четверку, выделили низ, SQ, FZ, F3, W, наверх, тянем на самый верх, S, привязку, заходим в Select and Move и по Y двигаем на минус 20. О! Все. P и Z. Такой высокий такой портал, такой какой-то непонятный балкон, Ctrl-S. Давайте же посмотрим. Что тут у нас с нашей кроваткой? Shift-K, все камеры в сцене, Ctrl-S. Нажимаем клавишу C, камера 0.1. Смотрим на камеру 0.1. Shift-F. Как красиво. C, камера 0.2. Вот такая вот красота. Так же самое мы можем и S использовать с этими светильниками. Но я как бы стараюсь, чтобы у нас было разное, чтобы опыт был. Ctrl-3. No. Это мы делаем Object Property Back Facing Cool. Добавить Normal. О! Все проверяем. Ctrl-S. Все у нас в интерьере, все видно. Нам удобно работать. Стены нам не мешают. Ничего на мозги нам не давит. Посчитал я картинки. Теперь давайте смотреть, анализировать, думать.